Всем добрый день, дорогие друзья! КФУ Лайф продолжает свою работу. Меня зовут Роман Полинсков, и продолжаем готовиться к приемной кампании в Казанский федеральный университет 2022 года. И сегодня у нас в гостях представители Института международных отношений. И долго времени тянем. Представлю, с вашего позволения, наших сегодняшних гостей. Виктор Евгеньевич Туманин, заместитель директора по социальной воспитательной работе. Виктор Евгеньевич, доброго дня. Кристина Владиславовна Витковская, руководитель комитета по работе с абитуриентами. Кристина Владиславовна, вам тоже доброго дня. И Альбина Марсельевна Имамудинова, заместитель директора по международной деятельности. Альбина Марсельевна, вам тоже добрый день. Что ж, можно вас поздравить, вы замыкаете цикл наших программ перед приемной кампанией. Напомню, то, что 20 июня начинается основной прием в Казанский федеральный университет, и, можно сказать, на вашу долю выпало в основном рассказать, что будет через два дня после субботы и воскресенья, чего нам ждать, и не только тем, кто поступает в Институт международных отношений, и вообще в целом в Казанский федеральный университет. Начнем с вводного слова, пожалуйста. Добрый день, дорогие абитуриенты, дорогие наши подписчики, телезрители, все те, кто с нами целый год уже смотрит наши сторис, смотрит наши посты о том, как развивается наш самый лучший институт, Институт международных отношений. Дорогие друзья, сегодня вот такой завершающий у нас лайв перед приемной комиссией. Буквально 40 минут назад мы вместе с коллегами уже обосновались в приемной комиссии, которая находится у нас по адресу Кремлевская, дом 35. Это второе высотное здание на первом этаже. Ну и мы вас всех будем ждать в нашей приемной комиссии. Ну, сегодня мы собрались не только для того, чтобы рассказать в целом о приемной кампании этого года, но еще и рассказать о нашем институте, об Институте международных отношений. На сегодняшний день это самый крупное структурное подразделение Казанского федерального университета, и у нас обучается свыше 6 тысяч студентов, из них 1000 иностранных студентов из 46 стран мира. Обучение у нас проводится по 12 направлениям подготовки и бакалавриата, и магистратуры, и даже есть возможность поступить в дальнейшем и в аспирантуру, и в докторантуру. Ну и в течение года вы общались с нашими представителями, с деканами высших школ, а их у нас три высшие школы. Высшая школа международных отношений и востоковедения, в которой как раз реализуется направление подготовки международных отношений, экономика, востоковедение, африканистика. Следующая высшая школа – это Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия, в которой у нас обучаются историки, целый ряд различных исторических направлений, таких как антропология, этнология, педагогическое образование, культурология, туризм, история, зарубежное регионоведение, регионоведение России. И есть еще одна высшая школа, наверное, одна из самых популярных. Это высшая школа иностранных языков и переводов, которая лишь одно направление подготовки, но она пользуется большой-большой популярностью среди тех, кто поступает и на бакалаврские программы, и на магистерские. Ну, я думаю, что вы уже, в принципе, сориентировались с тем, какое направление подготовки для вас является определяющим, и уже начали сдавать единый государственный экзамен. Те ребята, которые поступают после образовательных учреждений среднепрофессионального образования, они будут сдавать вступительные испытания на базе Казанского федерального университета, которые вот-вот пройдут 16 июля. Сегодня мы рассказываем в целом о нашем институте, о правилах приема. Я думаю, что вы многие уже ознакомились с этими правилами на сайте «Буду студентом Казанского федерального университета». Это своеобразная социально-образовательная сеть, которая позволяет всем нашим абитуриентам, педагогам, родителям быть всегда на связи с сотрудниками приемной комиссии. Ну и мне хотелось бы сейчас рассказать и об основных преимуществах обучения именно в Институте международных отношений. Если вы смотрели наши лайвы, которые проходили вот в течение года, смотрели наши посты в группе ВКонтакте АСКМУ, вы уже примерно знаете, какие языковые комбинации у нас, какие направления подготовки, какие профили, какие предметы вам необходимо сдавать. Но мы очень мало говорим о том, чем же еще дополнительно занимается наш институт, где наши студенты проживают, какие стипендии они могут получить и какие гранты могут выиграть. И сейчас я хотела бы передать слово Виктору Евгеньевичу Туманину, заместителю директора по социальной воспитательной работе. Добрый день, дорогие наши абитуриенты, родители наших абитуриентов. Даже неправильно сказал.
Добрый день, наши будущие студенты первого курса. Первого курса Института международных отношений. Сегодня действительно мы вот эту встречу проводим ради вас, для того, чтобы ответить на какие-то вопросы, более подробно рассказать, осветить какие-то моменты о том, как вы будете учиться, как вы будете жить и кем вы станете после того, как вы окончите Институт международных отношений, самый лучший институт в самом лучшем федеральном вузе Российской Федерации. Вот как Альбина Марсельевна сказала, действительно, у нас созданы очень хорошие условия для того, чтобы студенты не просто учились, не просто получали самые замечательные, самые востребованные специальности, но и для того, чтобы студенты жили полноценной жизнью, чтобы у них было время для отдыха, время для занятия спортом, для занятия наукой, творчеством и всеми остальными другими направлениями. В целом у нас в институте созданы все условия для того, чтобы студент раскрыл себя, нашел себя, реализовал себя за тот период, который он будет учиться в стенах Института международных отношений. Для иногородних наших студентов мы также стараемся создать очень благоприятные условия. Понимаем, что уехав из дома, уехав от родителей, наши студенты из других городов, из других регионов, из других стран, они здесь не просто учатся, они живут здесь, живут полноценной жизнью в течение 4 лет, кто-то 5 лет, кто-то будет поступать в аспирантуру там и 6, и 7 лет и так далее. В Казанском университете есть один из самых благоустроенных студенческих кампусов, про который вы наверняка уже слышали. Это деревня Универсиады Казанского федерального университета. У нас 2 кампуса. Деревня Универсиады и студенческий городок. И в обоих этих кампусах проживают наши студенты, студенты Института международных отношений. Хотел бы сразу вот на что обратить ваше внимание. У нас с текущего учебного года, значит, для вас с 1 сентября 2022 года у нас несколько изменились правила заселения и проживания студентов в наших общежитиях. Теперь все студенты, которые будут заселены в общежитие Казанского университета, будут проживать там в течение всего периода обучения. То есть, если вы поступаете в бакалавриат на 4 года, если вы заселяетесь в общежитие, то вы будете там проживать в течение 4 лет. Единственное наше условие. Когда наши студенты заселяются, мы рассказываем о тех правилах, которые действуют и на территории Казанского федерального университета, и в стенах общежитий нашего университета, и в стенах нашего любимого Института международных отношений. У нас есть так называемые правила внутреннего распорядка, в которых расписано, что студенты могут делать, а чего делать нежелательно. И, кроме того, каждый из студентов, который заселяется в общежитие, он заключает с университетом договор, и на основании этого договора как раз и происходит проживание в общежитиях. Так вот, единственное условие – это соблюдать правила внутреннего распорядка, соблюдать те условия, которые созданы у нас в общежитиях для того, чтобы жизнь всех студентов была комфортной, была безопасной и была наполнена самых лучших воспоминаний для вашего будущего. За нарушение правил внутреннего распорядка у нас существуют специальные дисциплинарные комиссии, куда входят представители студенческих советов, педагоги наши. И вот на этих комиссиях мы рассматриваем те или иные правонарушения. Но если правонарушений никаких нет, если все правила, которые предъявляются к студентам, соблюдаются, тогда студент уже вот с текущего учебного года живет в общежитии весь период своего обучения. Большинство бакалавров – это, конечно же, в течение 4 лет. Но также это касается, естественно, и наших магистрантов, будущих магистрантов Института международных отношений. Так вот, мы заселяем студентов вот в наши кампусы, кампус деревни Универсиады, кампус студенческого городка, но хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Студентам предоставляются места при наличии свободных мест. Количество мест, которые есть у каждого института Казанского федерального университета, оно ограничено. Поскольку наш институт, Институт международных отношений, является самым большим, самым многочисленным институтом в Казанском федеральном университете, количество мест, которое выделяется для наших студентов, оно, соответственно, самое большое. Сейчас в общежитиях и деревни Универсиады, и студенческого городка проживает где-то около 2500 студентов нашего института, Института международных отношений. После того, как у нас освободятся места после выпуска нынешних четверокурсников, магистрантов второго года обучения. Вот на эти освободившиеся места мы и будем заселять студентов первого курса. При наличии свободных мест.
Дело в том, что дополнительных мест, к сожалению, сейчас взять где-то за это лето мы не сможем, и сможем заселить студентов только на те места, которые у нас, свободные места, которые у нас будут иметь. Поэтому обращаю внимание, что, к сожалению, мы не сможем заселить, наверное, всех желающих студентов. По нашим подсчетам, где-то порядка 75%, может быть, около 80% наших студентов, иногородних студентов, нуждающихся в местах общежития, им будет предоставлено место в общежитии. Для того, чтобы определить, кто же из студентов будет получать эти места в общежитии, у нас существует в университете специальный регламент по заселению студентов в общежитии Казанского федерального университета. И вот согласно этому регламенту заселение происходит согласно определенному порядку. Все вы, будущие студенты первого курса Института международных отношений, при поступлении на первый курс, при поступлении в магистратуру, на первый год обучения магистратуры, все наши будущие первокурсники подают заявление о том, что они являются нуждающимися, о том, что им нужно, необходимо место в общежитии. И вот на основании этого заявления будет рассматриваться возможность заселения этих студентов в общежитие. В первую очередь, места в общежитии будут предоставляться льготным категориям населения. Кто такие эти наши льготники? В первую очередь, это традиционные сироты и приравненные к ним категории, инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий. Вторая группа льготников – это студенты иностранные, которые поступают по гослинии, так называемой особой программе. Третья категория – студентов, которым будет предоставляться место в общежитии, это студенты из социально незащищенных слоев нашего общества, то есть это из неполных семей, те студенты, у кого родители являются пенсионерами, может быть, у кого-то, кто-то из студентов наших будущих первокурсников из многодетной семьи будет выходцем и так далее, и так далее. Четвертая группа – это призеры и победители всероссийских олимпиад, студенты-стобальники. Ну вот это вот основные четыре категории, которым будут в первую очередь предоставляться места. И уже затем остальным студентам на основании, еще раз повторю, того заявления, которое вы будете подавать при поступлении, при подаче ваших документов. Вот. При рассмотрении этих заявлений у нас будут учитываться, как я уже сказал, вот эти социальные факторы, которые я уже озвучил. Плюс, кроме этого, если при прочих равных условиях два студента будут претендовать на одно и то же место, также будет учитываться время подачи заявления на заселение в общежитие, ну и, соответственно, время подачи ваших документов в Казанский федеральный университет. Вот. Ну, что касается самого проживания в общежитиях. У нас в общежитиях созданы все условия для того, чтобы студенты комфортно не просто учились, не просто занимались, делали какие-то домашние задания, но для того, чтобы полноценной жизнью жили вот этот, весь этот период обучения. У нас в университетах, в университетских общежитиях есть не просто места для проживания, не просто места для того, чтобы какие-то бытовые вопросы решать, но у нас созданы специальные места для занятия спортом, отведены специальные комнаты для того, чтобы можно было делать домашние задания, к занятиям подготовиться и так далее. Вот в целом таковы условия, такие нововведения, которые у нас в этом году будут введены при заселении студентов будущего первого курса нашего любимого Института международных отношений. Ну, что касается общежития, это вот основное, наверное. Ну и говоря о социальной поддержке, о социальных каких-то благах для наших студентов, нужно отметить, что наши студенты имеют возможность получать стипендию. Размеры стипендии зависят от того, во-первых, на какой форме обучения учатся студенты, то есть это студенты бюджетной формы обучения или контрактной формы обучения. Государственные стипендии предоставляют студентам бюджетной формы обучения, но помимо государственных стипендий, это государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия, помимо этих стипендий есть различные другие виды стипендий, которые выплачиваются не только со стороны государства, но и от различных фондов, от стипендий, предоставляемые в виде различных грантов. И эти стипендии выплачиваются студентам, в том числе и контрактной формы обучения. Размеры же этих стипендий зачастую зависят от успехов студентов в учебе, от того, какие показатели у них есть в их научной деятельности, ну и от различных других факторов.
Вот, наверное, в основном это. Спасибо все. Большое, Виктор Евгеньевич. Ну и, конечно же, стоит отметить и тот факт, что преподаватели нашего института, они ценят студентов и всегда их поддерживают. И сегодня у нас в гостях яркий представитель студенчества Кристина Витковская, которая является руководителем комитета по работе с абитуриентами и будет все лето, дорогие абитуриенты, с вами на связи. Кристина, расскажи, пожалуйста, о студенческой жизни нашего института. На самом деле, хотела начать вообще в целом с того, что многие студенты думают, что, поступив в университет, их учеба продолжится ровно таким же образом, как они обучались 11 лет в школе, то есть это уроки, домашка, приходишь домой уставший. И на самом деле хочу все ваши стереотипы разогнать, потому что на самом деле университет — это совсем другое, это просто абсолютно противоположное школе место, наверное, лично для меня. Потому что университет дает возможность развиваться вам в первую очередь как людям, как личностям, как лидеру, возможно. Потому что здесь существует огромное количество различных организаций, различных мероприятий, форумов, проектов, на которых вы можете участвовать. Можете участвовать как в качестве какого-нибудь участника, волонтера, организатора, до создателя целого мероприятия. В принципе, здесь для вас все дороги открыты. Важно лишь то, насколько вы готовы отдаваться какому-то делу, насколько вы готовы учиться чему-то новому, проявлять себя, не бояться, раскрывать какие-то свои таланты. И как раз-таки в Институте международных отношений существует самое большое количество направлений, которые будут вам помогать развиваться в разных направлениях. Это и творчество, это и спорт, это и наука, это медиасфера, это различные кружки по типу... Если вы пишете свои стихи, вы можете поделиться ими в патриотическом направлении, выступить с ними. Далее вы можете вместе со своими стихами выступить на поэтическом слэме, выиграть. Дальше, если вы хотите заниматься в каком-то социальном направлении, вы можете ездить в приюты, заниматься волонтерской деятельностью. То есть, в принципе, во всех направлениях есть место, куда расти, есть большая возможность, и именно поэтому университет намного лучше, намного круче, намного интереснее, чем школа, просто исходя из того, что, выходя из университета, вы становитесь полноценным человеком, имеющим огромный опыт за своими плечами, имеющий огромное количество связей, знакомств, которые вам в дальнейшем будут помогать развиваться. И наш институт — это такая самая способная, самая хорошая площадка для того, чтобы, в принципе, все эти базовые навыки получить и уже потом развиваться дальше в своем направлении. Вот, поэтому всем советую что-нибудь делать помимо учебы. Это вам очень поможет в дальнейшем и в поисках работы, и в целом в поиске себя. Поэтому никогда не замыкайтесь в себе, не замыкайтесь только в учебе. Хоть это и, несомненно, самое важное, то, ради чего вы все поступаете в университет. Но времени будет на все хватать. Совмещать все можно, даже нужно. Поэтому всем даже удачи. Даже если времени не будет на все хватать, все равно занимайтесь всем. Да. Да, спасибо большое, Кристина. Да, стоит вот отметить, что в нашем институте ребята занимаются не только какими-то студенческими активностями, они еще и дополнительно изучают языки. Хотела бы отметить, что на каждом направлении подготовки бакалавриата наши студенты изучают как минимум 2 иностранных языка, а на некоторых профилях подготовки, направлении подготовки бакалавриата, лингвистика и востоковедение, африканистика, студенты изучают еще и 3-й иностранный язык. У нас в нашей линейке, в нашего института, 25 иностранных языков, это и европейские, и восточные, и древние языки. И стоит отметить, что при наших отделениях, то есть при нашем институте, действуют еще и центры. Есть центр иронистики, есть центр Аль-Хадара по арабскому языку, есть институт Конфуция, есть центр корееведения. И наши студенты могут сдавать международные квалификационные экзамены, просто не выходя даже из здания. Они тем самым подтверждают уровень знания иностранного языка и затем могут отправиться на стажировку в вуз-партнер. На сегодняшний день у нашего института 226 вузов-партнеров из 65 стран. Согласитесь, это большое количество. Ну и студенты туда выезжают на различные стажировки, выигрывают гранты и стипендии. Я думаю, что мы сейчас можем перейти уже к некоторым вопросам, которые касаются непосредственно сроков приемной комиссии. Возможно, им будут какие-то вопросы относительно вступительных испытаний, поэтому всех-всех вас ждем. Все это будет. Большое спасибо за столь подробное вводное слово. Теперь углубляемся в каждую тематику, которую вы сейчас представили для наших
абитуриентов. Есть подготовленные вопросы, и за то время, пока вы рассказывали обо всех интересностях, связанных с вашим институтом, нам прилетели вопросы во время нашего прямого эфира. Напомню, друзья, то, что вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире группы ВКонтакте Казанского федерального университета, и попробуем мы как-нибудь сгруппировать и 50 на 50 их вам озвучить. Начнем с первого. Расскажите, пожалуйста, про правила подачи документов. Дорогие друзья, в этом году вы можете подать документы в нескольких форматах. В первую очередь, я вообще рекомендую этот формат, это очная подача документов по адресу Кремлевская, 35, для тех, кто поступает из регионов и районов Республики Татарстан и Российской Федерации. Для тех, кто поступает к нам из стран ближнего и дальнего зарубежья, это адрес Кремлевская, 25, здание подготовительного факультета. Везде приемная комиссия расположена на первом этаже, вы везде увидите определенные знаки институтов тех или иных. Наш институт также расположен во входной зоне в мраморном зале. Вы можете подать документы лично, очно, придя в приемную комиссию. Далее, вы можете подать документы только онлайн и при этом отправить свой оригинал по почте, возможно, DHL. И через портал госуслуг вы также можете зарегистрироваться. Я рекомендую всем нашим дорогим абитуриентам, начиная с 20 июня, регистрироваться на сайте «Буду студентом Казанского федерального университета». Интерфейс немножко у нас изменился вот со вчерашнего дня, но там необходимо будет заполнить все поля анкеты, приложить соответствующие документы и подать, соответственно, заявление. Заявления принимаются, начиная с 20 июня. И вплоть до 15 июля, если вы заканчиваете среднепрофессиональное образовательное учреждение, например, колледжи, техникумы различные, если же вы сдаете ЕГЭ и закончили какое-то образовательное учреждение, школу, гимназию, лицей, вы можете подавать заявление до 25 июля. Это для тех ребят, которые поступают за счет бюджетных ассигнований, те ребята, которые претендуют на бюджетную форму обучения. После того, как вы подаете все эти документы, те ребята, которые закончили СПО, они начинают сдавать вступительные испытания на базе Казанского федерального университета. Те экзамены, которые необходимо сдать, указаны у нас в контрольных цифрах приема. Это приложение 1 в правилах приема на сайте «Буду студентом», в раздел «Приемные комиссии», «Бакалавриат». И как раз там вы найдете план приема, как раз контрольные цифры приема. Те ребята, которые у нас поступают после ЕГЭ, они сдают, соответственно, свои аттестаты, сдают оригиналы, те, которые уже претендуют на получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований именно на определенном направлении нашего института, могут сразу же их привести в здание на Кремлевской, 35. Те ребята, которые, соответственно, поступают после ЕГЭ, они сдают свои документы и ожидают выхода конкурсных списков. Списки формируются 27 июля. Они вывешиваются также на сайте, вы будете информированы об этом и в личном кабинете. И затем, вот первый приказ у нас стартует уже 3 августа. Те ребята, которые, допустим, без вступительных испытаний, те льготники, о которых вот Виктор Евгеньевич тоже говорил, это самый первый наш приказ, они могут подать заявление о согласии на зачисление до 6 часов вечера, до 28 июля. После этого заявление, соответственно, не принимается, и далее уже выходит первый приказ на зачисление. Вот со всеми этими сроками, ребят, вам необходимо будет ознакомиться все-таки на сайте Казанского федерального университета, на странице Института международных отношений, также на сайте КФУ, и в наших социальных сетях. Чуть подробнее об этом, наверное, я думаю, сейчас расскажет Кристина. Кристина, пожалуйста, озвучь, какие у нас есть еще социальные сети, с тем, чтобы ребята сейчас уже могли подписаться. Сейчас у нас начала полноценно действовать беседа абитуриентов. Это место, где вы можете не только задать какие-то свои интересующие вопросы, но еще и лично познакомиться со своими будущими одногруппниками, с ребятами, с которыми вы будете, возможно, вместе жить и так далее. Поэтому, если вдруг вас еще нет в беседе абитуриентов, можете написать лично мне в Телеграме или же ВКонтакте в группе ИМО. На меня есть ссылка прямо в контактах, поэтому можете написать мне, я вас обязательно добавлю. Помимо этого, у нас есть Телеграм-аккаунт, там тоже публикуется вся важная, интересная информация, поэтому тоже обязательно следите за тем, что мы туда выкладываем. Помимо этого, ВК Аск ИМО, обязательно подписывайтесь, и если вдруг захотите себе сохранить какие-нибудь заставки на телефон или посмотреть на то, как выглядят наши учебные здания, то можете подписаться на наш новый аккаунт в Пинтересте. Спасибо большое, Кристина.
Ну и, собственно, те ребята, которые у нас поступают из стран ближнего и дальнего зарубежья, они уже начали регистрироваться у нас 10 марта. У нас принимаются эти заявления на сайте, опять-таки, «Буду студентом», и ребята уже сдают вступительные испытания. Вот уже вторая волна вступительных испытаний для тех ребят, которые будут поступать лишь на контрактную форму обучения. Напомню, что ребята из стран ближнего и дальнего зарубежья могут претендовать на обучение по гослинии, по квоте Минобра Российской Федерации. Это те ребята, которые уже прошли отборочные испытания в Россотрудничестве своих стран. Далее это те ребята, которые поступают у нас на бюджетную форму обучения. При подтверждении статуса соотечественника это граждане Туркменистана, Узбекистана, а ребята из Казахстана, Таджикистана, они, в принципе, из Кыргызстана могут поступать наравне с нашими ребятами, которые поступают из регионов Российской Федерации. Ну и, разумеется, те ребята, которые набрали недостаточное количество баллов, могут спокойно претендовать на получение высшего образования за счет своих собственных средств, за счет, собственно, контракта. Вот. Ну, я думаю, что вот основные это моменты мы раскрыли относительно сроков приема, подачи документов. Но опять-таки мы вот с Кристиной уже сегодня договаривались о том, что проведем ряд мероприятий после того, как стартует уже у нас приемная кампания этого года. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, и мы будем загружать определенные видеочаты в телеграм-канале, где будем развернуто отвечать на все вопросы относительно приема по каждой группе. То есть для тех, кто поступает на бюджет среди бакалавров, для тех, кто поступает на бюджет среди магистрантов, для контрактов, для тех, кто поступает по гослинии, будут определенные такие видеоверсии для того, чтобы вы не путались и все спокойно могли подать заявление в правильном виде. Спасибо. Следующий вопрос звучит так. Как поступать россиянам и иностранцам? Расскажите про вступительные испытания. Вступительные испытания будут тоже у нас проходить в очном формате и в дистанционном формате. На сайте Казанского федерального университета, опять-таки, во вкладке «Буду студентом» вы сможете найти это расписание вступительных испытаний. Оно доступно уже сейчас. Отдельно для иностранцев, которые поступают на контрактную форму обучения, и отдельно для общей группы, то есть для тех ребят, которые, в принципе, претендуют и на контракт, и на бюджет. Вы сможете ознакомиться с этим расписанием уже сегодня для будущих бакалавров и для будущих магистрантов. Те, кто поступает у нас на бакалаврские программы среди иностранцев или среди тех, кто закончил среднепрофессиональное образовательное учреждение, тестирование будет доступно в самом же личном кабинете во вкладке «Подача заявлений», и там будет как раз размещена ссылка. Действуют экзамены у нас с 9 часов до 14 часов дня, ежедневно, собственно, по тому графику, который уже определен и выставлен приемной комиссией на сайте «Буду студентом КФУ», поэтому вам с ними, соответственно, необходимо будет ознакомиться. Те ребята, которые у нас поступают из стран ближнего и дальнего зарубежья на контрактную форму обучения, сдают не все те экзамены, которые демонстрируют нам россияне, они сдают лишь два вступительных испытания. Это профильный предмет. Профильный предмет – это тот предмет, который в контрольных цифрах приема обозначен самым первым. На наше направление подготовки – это на международные отношения, это история. История также у нас присутствует и на востоковедении, африканистике, регионоведении России, зарубежное регионоведение, история, туризм. На экономику у нас профильный предмет – математика, на лингвистику – иностранный язык и обществознание на педагогическом образовании и на культурологии. Ну и, собственно, второй предмет – это русский язык. То есть русский язык в любом случае на бакалаврские программы всем иностранцам сдать придется, так же, как, в принципе, и россиянам. Что касается магистерских программ, здесь необходимо также ориентироваться на расписание вступительных испытаний, которые также уже вывешены, и вот уже они проходят данные вступительные испытания. Они также проходят в смешанном формате. Могут ребята прийти очно к преподавателям, сдать этот экзамен, и могут также в гибридном формате, то есть в дистанционном формате пройти по ссылке и подключиться в Zoom-сессию, либо сдать тестирование. Как же узнать, какое вступительное испытание на какой программе, да, то есть тоже не такой вопрос очень частый. Когда вы откроете контрольные цифры приема приложения 1, либо приложение 4, если вы иностранец, вы увидите, что же это за вступительные испытания. Если это устный экзамен, вы, соответственно, берете билеты, спокойно садитесь, готовитесь, потом отвечаете устно. Есть у нас письменный экзамен, да, это своеобразное тестирование. Да, это обычно оно дается либо
в очном формате вам просто раздаются бланки, вы их заполняете, сдаете. Если это в дистанционном формате, вы также проходите по ссылке на сайте «Буду студентом» в своем личном кабинете и, собственно, попадаете на само это тестирование, его проходите. Когда же будут известны результаты? Да, вот тоже ребята задают, те, которые только сдали тестирование, даже в электронном формате, не думайте, что это просто проверяется автоматически. Нет, это еще проверяется дополнительной экзаменационной комиссией. Поэтому результаты будут выставлены на сайте, у вас в личном кабинете они отобразятся не ранее, чем за 3 рабочих дня после того, как вы сдали вот этот самый экзамен. Продолжаем про вступительные испытания. Просят рассказать, как на магистратуре дела обстоят. Ну вот, собственно, я рассказала сейчас тоже в том числе и про магистерские программы. То есть здесь вступительное испытание одно по профилю магистратуры. То есть если вы собираетесь поступать к нам на международные отношения, вы сдаете вступительные испытания, проходите устное собеседование. Вам даются вопросы определенные, вы по ним готовитесь и отвечаете на них устно. И вам преподаватели выставляют оценку. То есть то же самое примерно, как на госэкзамене. А если это экзамен, например, по направлению подготовки туризм, там у нас запланировано тестирование. Либо, допустим, на зарубежном регионоведении тоже запланировано тестирование. Вы проходите по ссылке, заходите в свой личный кабинет, заходите в раздел «Подача заявлений» и выходите как раз на вступительные испытания, проходите по ссылке и попадаете, собственно, в систему прокторинга, да, и сдаете дистанционно. Если же вы находитесь здесь, в Казани, вы можете сдать это все дело очно, придя в аудиторию, которая указана в расписании. То есть вам необходимо ознакомиться с расписанием. Более того, очень многие сейчас спрашивают относительно того, что же там будет на экзамене, какие там будут вопросы. Ребят, уже давным-давно, вот с ноября месяца выставлено также это все на сайте, программа вступительных испытаний КФУ ИМО 2022. Вы просто вбиваете вот эти слова в гугле, и вам выпадает сразу же ссылка на наш институт. Вы выбираете наш институт, разворачиваете его, попадаете внутрь, и у вас высвечивается папка, zip-папка. Вы ее скачиваете, и, соответственно, вы можете ознакомиться со всеми направлениями подготовки, со всеми профилями магистратуры и узнать, какая же программа вступительного испытания. То есть там будут указаны примерные вопросы, примерные темы и критерии оценивания. Это что касается и магистратуры, и бакалавриата. Отлично. Переходим к вопросам из социальной сети ВКонтакте, которые к нам прямо сейчас приходят. Звучит он следующим образом. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про распределение студентов на иностранные языки в вашем институте. На самом деле мы распределяем по языкам, исходя из того, какой балл получил ребенок. То есть если вы сдаете вступительные испытания ЕГЭ по английскому языку, по иностранному языку, вот обычно мы ориентируемся на общее количество баллов и ориентируемся на тот балл, который вы сдали по иностранному языку. И исходя из этого формируются списки. Но самым главным, самым решающим фактором является все-таки ваше желание. Именно поэтому мы все говорим дорогим нашим абитуриентам, когда они будут регистрироваться, необходимо оставить свой контактный телефон. Более того, мы просим оставить контактные номера и ваших родителей, поскольку приемная комиссия работает с 8 часов утра, иногда абитуриенты наши в это время спят, мы можем дозвониться родителям и спросить, какой язык они предпочитают. То есть какой у них в иерархии первый, какой второй, какой третий язык. Ну и, собственно, я хотела бы также передать слово сейчас Кристине, которая в целом расскажет, что она сама студентка направления подготовки востоковедения африканистика, расскажет о том, какие языки в этом году есть, какие есть языковые комбинации. В целом, очень актуальный и самый интересный вопрос для всех абитуриентов. На самом деле, очень много раз говорили конкретно про лингвистику, но на все остальные языки, как уже было упомянуто, тоже есть дополнительные языки, которые вы будете учить. Поэтому я сейчас так быстро озвучу все, что есть, вы себе запоминайте, записывайте. На направление международные отношения, комбинации языков. Это французский, английский, китайский, английский, немецкий, японский, испанский, вьетнамский плюс английский на профиле международные отношения, на профиле мировая политика, международный бизнес, французский, либо арабский плюс английский, международный топливно-энергетическая безопасность, итальянский, турецкий плюс английский. Если вы выбираете профиль внешнеэкономические связи, международное сотрудничество, у вас на выбор либо корейский, либо испанский плюс английский также. Если вы выбираете направление подготовки востоковедения, африканистика, то у вас на выбор идут языки китайский, корейский, японский и турецкий, плюс английский язык.
Если вы выбираете профили с арабскими, персидскими языками и так далее, у вас на выбор идут арабский, персидский, хинди плюс английский. Если вы вдруг выбираете профиль «Экономика, международные экономические отношения, страна Азии, Африки, языки на выбор, китайский плюс японский». С востоковедением все, дальше экономика. У экономики всего один профиль, экономика стран АТС, это английский плюс китайский. На зарубежном регионоведении испанский язык, французский язык, либо японский и китайский, если вы выбираете афроазиатские исследования. На зарубежном регионоведении, если вы выбираете германо-российские исследования, соответственно, немецкий язык. Регионоведение России, английский, китайский. На истории английский, на археологии английский, древнерусский. Всеобщая история английский, латинский, немецкий, испанский. Если вы выбираете историю тюркских народов, английский, турецкий. История международных отношений, английский язык. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки – это история, иностранные языки, европейский, восточный, английский и турецкий. Если история обществознания, то английский язык. Культурология, культура стран, регионов мира – английский, итальянский. Международный туризм – это английский и турецкий в этом году. На лингвистике здесь самое большое. Перевод, переводоведение, английский, второй иностранный. Это французский, немецкий, португальский, итальянский, китайский, японский, арабский, турецкий и русский как иностранный. Это если вы выбираете английский как основной. То есть у вас английского часов больше, второй язык часов чуть меньше. Плюс добавляется с третьего курса иностранный язык. Если вы изначально выбираете своим вторым языком, то есть английский плюс европейский, то потом с третьего курса вам дают восточный язык. Если же, наоборот, вы выбираете английский плюс восточный, то потом на третьем курсе вам дают европейский язык. Следующее — это перевод-переводоведение немецкий-английский языки, немецкий-английский плюс иностранный язык с третьего курса, перевод-переводоведение французский и английский, французский-немецкий плюс иностранный с третьего курса. Если вы выбираете теорию-методику преподавания иностранных языков и культур, это английский плюс французский, немецкий, испанский, китайский на выбор и третий язык с третьего курса. Если вдруг вы выбираете перевод-переводоведение английский, второй иностранный языки, то комбинации, в принципе, я уже назвала. Французский, немецкий, португальский, итальянский, китайский, японский, арабский, турецкий или русский как иностранный, если вы вдруг поступаете из другой страны. Вот такая у нас ситуация сейчас с языками. Более подробно вы сможете ознакомиться в нашем посте, скоро ВКонтакте выйдет пост, где будет конкретно расписано, какой язык на каком направлении вам будет предложен, поэтому следите внимательно обязательно за нашими постами ВКонтакте. И сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, и вы их задаете в прямом эфире ВКонтакте в Ask.mo, можете потом написать их лично мне, либо написать их в чате абитуриентов, мы тоже ничего без внимания не оставим, на все ответим. Спасибо большое. Спасибо за столь подробное перечисление. Прям мечта полиглота. Столько языков учить на том направлении, которое выбрал. Идем дальше. Далее вопросы из нашей социальной сети ВКонтакте. Здравствуйте. У меня сын победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку. Дает ли это дополнительные баллы? Ну, что касается дополнительных баллов и учета индивидуальных достижений, также вот просьба такая ознакомиться с приложением 3, так называемым, да, на сайте «Буду студентом КФУ», вы сможете увидеть, за что дополнительные баллы даются. К сожалению, за победу в региональном этапе Всероссийской олимпиады по французскому языку, либо по любому другому языку, баллов дополнительных не дается в этом году. И вообще до этого даже не давалось. Если же вы победитель заключительного этапа, то здесь, разумеется, вы поступаете как, ну, без вступительных испытаний, как льготник. Также я хотела бы здесь сказать вам о том, тем ребятам, которые вот сейчас находятся там в 9 классе, обучаются в 10 классе, обязательно участвуйте в таких олимпиадах, обязательно участвуйте в конференции Лобачевского. У нашего института на сегодняшний день 3 олимпиады. В первую очередь это английский язык, иностранные языки, там и английский, и французский, и испанский, и немецкий.
которые дают возможность поступления также без вступительных испытаний при вот подтверждении 75 баллов по профильному предмету, то есть по иностранному языку, когда вы сдадите уже ЕГЭ перед поступлением. И такая же олимпиада у нас есть и по истории. То есть я сейчас говорю о перечневой олимпиаде, которая входит в перечень второго уровня. Олимпиада второго уровня, и вот она проводится именно в нашем институте, в Институте международных отношений. Также у нас есть межрегиональная предметная олимпиада по обществознанию. Она дает возможность получения дополнительных баллов. Если вы победитель, то 5 баллов дополнительных ЕГЭ и 3 балла, если вы становитесь призером. Стоит также отметить, за что еще даются дополнительные баллы. Да? Ну, тут самый такой, наверное, актуальный вопрос. В наших социальных сетях даются ли баллы за волонтерскую за книжку волонтера? К сожалению, нет. Баллы дополнительно даются, если вы получаете аттестат с отличием для награжденных серебряной либо золотой медалью 5 баллов. Для тех, кто заканчивает среднее профессиональное образовательное учреждение с красным дипломом, соответственно, 5 баллов. Для тех, кто имеет значок «Готов к труду и обороне» для награжденных серебряной либо золотой медалью, 2 балла в этом году. Ну вот, собственно, вот такие у нас индивидуальные достижения. Я, на самом деле, озвучила только самые-самые такие яркие, но, опять-таки, с полным списком, с полным перечнем все-таки необходимо ознакомиться вот в самом этом приложении номер 3 к правилам приема учета индивидуальных достижений для поступающих на бакалаврские программы и магистратуру. Следующий вопрос. На какое количество направлений бакалавриата можно подать документы? На самом деле, можете использовать все свои возможности. Каждый год количество направлений, оно может меняться, может не меняться. Но самый важный момент еще является в том, тоже сделаю акцент, если вы подаете заявление на бюджетную форму обучения и на контрактную форму обучения, это все равно считается одним заявлением. То есть не переживайте, если вдруг вы боитесь истратить все свои шансы подать заявление, можете в любом случае подать на направление и на бюджет, и на контракт. Свою попытку вы не потратите, у вас также будет это считаться одним заявлением. Вот. Что касается конкретных цифр, так, боюсь, чтобы мне не ошибиться, получается, студенты наши могут подать на 5 направлений подготовки в различные университеты. И еще дополнение к тому, что если вы вдруг отправляете свое заявление на поступление на смежные направления, то есть, например, на педагогическое образование в один институт и на педагогическое образование в другой институт, это все равно будет считаться одним заявлением. Если электронно отправили документы на поступление, то в какой момент вести оригиналы? Вот такой вопрос прилетает нам в социальной сети ВКонтакте. Если вы подаете документы в электронном виде, вам необходимо уже, соответственно, прикрепить заявление о согласии на зачтение, то есть подать его вместе с оригиналом. Вам необходимо, вот я уже озвучивала, да, первые сроки, вот если мы говорим о тех, кто поступает у нас без вступительных испытаний, то вот до 28 июля до 6 часов вечера необходимо привести этот оригинал, то есть необходимо, чтобы он у нас уже был в приемной комиссии. Ну и, разумеется, для тех, кто собирается поступать на места за счет бюджетных ассигнований, я рекомендую смотреть свой рейтинг вот на протяжении всего периода после того, как вы подали документ, то есть как он меняется, да, и 27 числа будут итоговые конкурсные списки, то есть это вот самый такой момент, когда вы сможете уже примерно понимать, проходите вы по баллам или не проходите на бюджетную форму обучения. Но и вот специалисты Центра профориентационной работы международного сотрудничества, сотрудники приемной комиссии нашего института, и в том числе и ребята, волонтеры комитета по работе с абитуриентами, они всегда будут с вами на связи. У нас будет работать телефон горячей линии, по которому вы сможете также узнавать вот определенные моменты. Очень часто родители звонят и переживают, и спрашивают, да, на каком месте находится сейчас ребенок. То есть по вот этим вопросам как раз-таки будет и действовать телефон горячей линии. Их будет несколько в разрезе высших школ. И также будут технические сотрудники, которые будут именно технически помогать вам ориентироваться на сайте «Буду студентом» во всех вкладках, чтобы вы никакую информацию не упустили. Вот уже в ближайшее время, перед 20 числом, мы запускаем такой баннер на сайте нашего института. Ну и соответствующие посты мы будем делать в наших социальных сетях и ВКонтакте, и в Телеграм-канале. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь, ну и будете знать, к кому обращаться.
Что ж, перейдем к блоку вопросов, больше, наверное, обращенных к Виктору Евгеньевичу, к социальной воспитательной работе. И начнем с такого вопроса. Какие удобства есть в деревне Универсиады? Каких только удобств нет в деревне Универсиады. В деревне Универсиады созданы очень комфортабельные условия. Вообще, деревня Универсиады – это студенческий кампус, который был построен вот совершенно недавно. В 2013 году в Казани проходила Всемирная студенческая универсиада, и вот как раз к проведению этого праздника студенческого спорта, студенческой молодежи, как раз и был построен кампус деревни Универсиады, а затем был передан Казанскому университету. Ну, в деревне Универсиады для каждого студента предоставляется индивидуально рабочее место за столом, у каждого есть своя кровать, свои все необходимые принадлежности, я имею в виду матрас, подушка, одеяло, которые не надо ни в коем случае, ну, я бы не рекомендовал везти в Казань, тем более из других каких-то регионов России или из-за дальнего зарубежья. Вот, затем у каждого есть своя рабочая полка, книжная полка, у каждого секция в шифонере. Это то, что есть в комнате у каждого. Плюс у нас в каждой комнате свой собственный санузел, это душевая кабина, это все необходимое. Есть кухня, на которой стоит бытовая техника, на которой можно приготовить необходимый там завтрак, обед, ужин. Стоит холодильник. То есть в деревне Универсиады это действительно один из самых благоустроенных студенческих кампусов, которые есть в России на сегодняшний день. Кроме того, в деревне Универсиады созданы условия, как я уже говорил, для того, чтобы человек жил полноценной жизнью. У нас там находится собственная автошкола, у нас там есть спортивные площадки, волейбольный, баскетбольный, футбольный, теннисный корт, у нас есть беговые дорожки, у нас недалеко от деревни Универсиады, прям буквально за ее пределом, за ее границами, находится плавательный бассейн. Да, еще один такой очень, на мой взгляд, важный момент. Деревня Универсиады сегодня, не только, наверное, для Казанского университета, сегодня один из основных вопросов для нас – это вопрос безопасности наших студентов. Поэтому территория деревни Универсиады – это полностью контролируемая территория, охраняемая полностью территория, на которую попасть посторонний человек просто не может. Если на территории деревни Универсиады кто-то находится, значит, это либо студент Казанского университета, либо сотрудник Казанского университета. Преподаватель, педагог, комендант, какой-то технический работник и так далее. И этому моменту соблюдению, защите, сохранению безопасности наших студентов, наших обучающихся мы уделяем очень большое внимание. Вот. Ну и кроме того, не только в самой деревне Универсиады, в целом в университете созданы все условия для того, чтобы студенты самореализовались за тот период, который они здесь будут учиться. У нашего университета есть три крупных современных спортивных комплекса. У нас есть свой собственный плавательный бассейн. У нас проводятся различные научные конференции, семинары, круглые столы международного уровня, всероссийского уровня, какого хотите. У нас есть прекрасный концертный зал с различными площадками, где студенты реализуют свой творческий потенциал. У нас созданы все условия. Все условия для того, чтобы студент пришел и потом всю жизнь был счастлив из-за того, что он учился в Институте международных отношений. Я думаю, по поводу заселения в общежитие можно затронуть такой вопрос. Сам там тоже жил, и частенько его задавали, и тоже, возможно, такой вопрос прилетит. Пускают ли родителей в момент заселения на территорию деревни Универсиады? Дорогие родители, в первую очередь, наверное, сейчас к вам обращаюсь. Вот в тот день, когда будет проходить заселение вашего ребенка, мы не сможем вас допустить в то место, вот в то общежитие, в ту комнату, где будет, собственно, жить наш студент. Вы представьте себе, что такое деревня Универсиады. Деревня Универсиады – это огромный комплекс, в котором проживает 9, почти 9,5 тысяч студентов. И вот представьте, если в день заселения, помимо 9,5 тысяч студентов, туда придут еще 9 тысяч мам, 9 тысяч пап, 4,5 тысячи бабушек, 4,5 тысячи дедушек и еще 3 тысячи братьев, сестер и племянников. Ну, деревня Универсиады, я боюсь, она просто не справится с таким потоком людей. У нас есть такое понятие «период заселения». Вот с 1 сентября, точнее, с конца августа, ориентировочно с 25 августа, и примерно до 15 сентября у нас проходит период заселения.
Вот в этот период мы все силы направляем на то, чтобы создать все условия, чтобы наши студенты комфортабельно, быстро и безопасно смогли заселиться, решить все необходимые с этим вопросы, связанные с медицинским осмотром, с оформлением документов, с получением каких-то вещей, необходимых для проживания, да, ну, того же самого, допустим, постельного белья. Вот после того, как закончится период обучения, период заселения, вот начиная со второй половины сентября, студент может уже подойти в своем общежитии к коменданту, к педагогу и сказать: ко мне завтра или там на следующей неделе приедут мои мама с папой, которые хотят посмотреть, как я живу, и я их хочу в гости к себе пригласить. Педагог скажет: не вопрос, конечно, когда это примерно будет? Студент скажет: вот тогда-то, во столько-то. Пожалуйста, он напишет заявление, специальную бумагу, и в это время родители смогут приехать и посмотреть, как же живет их ребенок, наш студент Института международных отношений. После того, как вот эта процедура заселения закончится, мы будем вам рады. А в день заселения студент сам самостоятельно направится в свое общежитие, сам самостоятельно направится в свою комнату. У нас будут специальные волонтеры, которые ему помогут там с оформлением документов, с тем, чтобы тяжелые там сумки, чемоданы донести, да, девушкам особенно. У нас очень много девушек учится. Вот, у нас будут помощники в самих общежитиях, которые помогут в коммуникации с представителями администрации, которые помогут сориентироваться в самом общежитии. Потом, когда студент заселится, он нафоткается, он снимет видушечки, пришлет вам, посмотрит, через некоторое время сам выйдет, расскажет, вот под впечатлением, я уверен, о том, как классно ему жить будет в деревне Универсиады. Ну и пока что вот так. А затем, после того, как процедура заселения закончится, вы уже, уважаемые родители, сможете сами зайти и посмотреть, как живут наши студенты. Продолжаем блок вопросов про деревню Универсиады и про общежитие в целом. Какова стоимость проживания в общежитии? Начиная с этого учебного года у нас немножечко изменился порядок, вернее, стоимость проживания изменилась. Она зависит от того, какой формы обучения студент. То есть контрактная форма обучения или бюджетная форма обучения. А также это зависит от того, в каком общежитии студент проживает. В целом стоимость проживания в общежитии варьируется от порядка 550 рублей в месяц до порядка 1160 рублей в месяц. Вот в этих пределах от 550 до 1160 в месяц, еще раз повторю, платят наши студенты за проживание в общежитии. Плюс, кроме этого, они еще дополнительно оплачивают за ту электроэнергию, которую они потребляют, за электроприборы, которые они используют. Ну, это дополнительная какая-то плата определенная. По студенческой жизни быстренько пробежимся. У нас осталось не так много времени в хронометраже нашей программы. Вопрос звучит следующим образом. Студенческая жизнь, как она помогает в учебе? Такой интересный вопрос. На самом деле очень поддерживается, в принципе, администрацией и преподавательским составом участие студентов в каких-то мероприятиях, потому что он понимает, что студент не просто пропускал занятия, потому что захотел, а делал действительно что-то важное. Всегда, когда студент участвует в каких-то мероприятиях, ему обязательно выдают грамоту или благодарственное письмо. Но я всегда так говорю, что со школьных времен у всех ребят остановилось такое мнение о том, что грамота — это что-то бесполезное, типа «Русский медвежонок» или «Золотое руно». Но на самом деле в университете это не так, потому что все эти грамоты — это вклад в ваше портфолио, которое вы в дальнейшем сможете использовать, опять же, для своего трудоустройства, для того, чтобы идти в какие-то более крупные организации и для того, чтобы показать, какой у вас был опыт. Поэтому все эти грамоты необходимо сохранять, они вам все будут очень помогать. Помимо того, что вам выдают грамоты, обязательно выдают административное заявление о том, что вы по уважительной причине пропустили пару, если вдруг такое произошло. Такое происходит не слишком часто, но в целом, если происходит, то все на официальном уровне, то есть не будет считаться прогулом ваше отсутствие на паре. Помимо этого, у нас существует поддержка студентов-активистов в виде двух вещей. Первое — это дополнительные баллы к экзаменам. То есть каждый студент может подать заявку на дополнительные баллы, и на три экзамена поставят от 10 до 0, соответственно, до 1 балла за его активную деятельность. Поэтому иногда на экзаменах, учитывая нашу бальную систему обучения, очень помогают.
Эти дополнительные баллы помогают улучшить вашу оценку, поэтому большой стимул для вас зарабатывать эти баллы для того, чтобы на сессии быть еще более уверенными в своих оценках положительных. А помимо этого существует стипендия, как уже до этого говорили. Если вы учитесь на бюджетной форме обучения, то вы можете получать дополнительную стипендию как раз-таки за актив. Вы подаете соответствующие документы, все необходимые в конце вашей сессии. Если вы ее закрыли на четверки и пятерки без троек и без того, что вас оставили на дополнительную сессию, то вы имеете право получать дополнительные средства к вашей стипендии. Плюс, если вы учитесь на контрактной форме обучения, то вы тоже имеете право получать стипендию, например, от правкома, то есть это профсоюз студентов, который платит студентам-активистам стипендию один раз в семестр. На, сколько я знаю, 5000 рублей в семестр тоже неплохо получить за ваши достижения в активной деятельности, поэтому все это максимально одобряется, все это максимально поощряется, поэтому для вас только, от вас требуется только участие и ваша активная вовлеченность. Осталось еще парочку вопросов. Можно ли совмещать работу и учебу? На своем примере скажу, что можно все совмещать. На самом деле... Было бы желание, да? Было бы желание, было бы умение, потому что некоторые люди думают, что они очень сильно устали после учебы, после того, как они 4 пары отсидели, они приходят домой, ложатся спать, и на этом их день заканчивается. Вот. И некоторые люди уйдут потом на работу или идут, там, не знаю, заниматься своими какими-то важными делами и успевают в 2 раза больше. Все зависит от вас, зависит от того, как вы умеете распоряжаться своим временем, как вы умеете составлять расписание дня, и если вы будете меньше лениться и больше гореть какими-то своими целями, то у вас все получится и можно все прекрасно совмещать. Спасибо. И финальный вопрос. Вопрос мотивации, можно даже сказать. И давайте попробуем в этот вопрос еще небольшое пожелание абитуриентам, которые уже в понедельник прибегут на Кремлевскую 35 и будут подавать документы. Для чего стоит поступать в ваш институт? На самом деле, наш институт – это такое место, где вы сможете встретить новых друзей, единомышленников, вы сможете посмотреть весь мир, попутешествовать, вы сможете подтянуть ключевые навыки владения иностранными языками, не только по профильным дисциплинам, но вот еще самое главное – это иностранные языки, которые приведут вас к вашим целям, к вашей профессиональной деятельности. Дорогие ребята, дорогие наши абитуриенты, мы всем желаем удачи на выпускных экзаменах государственных, кто не собирается даже поступать в ВУЗ. Мы желаем удачи на ЕГЭ, мы желаем удачи на вступительных испытаниях на базе тех университетов, куда вы собираетесь поступать. Ну и мы будем ждать вас, нашей дружной семьи ИМО, в качестве студента самого лучшего института, Института международных отношений. Всем пока. Виктор Евгеньевич, Кристина Владиславовна, может, да, есть что добавить? Можно, тоже добавил бы. Нужно добавить. Во-первых, тоже, конечно же, хотел бы пожелать всем нашим будущим первокурсникам удачной сдачи ЕГЭ. У вас сейчас очень ответственный период в вашей жизни. Ну и самое главное, сделайте свой правильный выбор. От того, куда вы сейчас поступите, от того, студентом какого направления Института международных отношений вы станете, будут зависеть не просто 4 года вашей следующей жизни, но и будут зависеть вся ваша следующая жизнь. Все ваши годы, все, что с вами произойдет в дальнейшем, все будет зависеть от того, как вы поступите в Институт международных отношений. В нашем институте созданы все условия для того, чтобы вы не просто стали великолепным специалистом, но чтобы вы нашли себя и реализовали себя, реализовали тот потенциал, который есть в вас. А в каждом из вас такой потенциал безграничен. Просто нужно найти себя, найти то, что вам интересно, найти то, что вам будет приносить потом кайф целую жизнь. И вот для этого в Институте международных отношений есть все условия. Так что удачной сдачи ЕГЭ, удачной сдачи экзаменов и, самое главное, удачного поступления в Институт международных отношений. Ну и напоследок, ничего не бойтесь, не бойтесь решать, не бойтесь как-то стараться, не бойтесь... В принципе, делать каких-то там поспешных решений и так далее, подойдите ко всему ответственно, но при этом никогда не оступайтесь, не думайте, что вот, я не пройду, я не подхожу, для меня тяжело, я не доеду, Казань это далеко, или еще какие-то такие отговорки. Отговорок всегда будет огромное количество, но решение правильное все равно за вами, никогда не бойтесь его сделать.
Прям бодрая мотивация. И на этой ноте предлагаю закончить наш эфир. Как раз таки эфирное время у нас подходит к концу. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Все равно, не знаю, будете ли вы работать завтра и воскресенье, но пожелаю хороших выходных, чтобы набрались сил и чтобы 20 июня ринуться в бой, так сказать, и начать работать на приемной компании. Это был КФУ Лайв для Института международных отношений. Напоминаю, что 20 июня начинается основная приемная кампания, но наша программа на этом не заканчивается. Эфиры с представителями институтов также будут. Увидимся, до скорых встреч, пока, хороших выходных.